Как минимум, скорую надо вызывать. В таком состоянии нельзя находиться в парке. С ними какое количество людей здесь выпивает? Это мусорка в парке, представляешь? Алкоголя здесь столько, что как будто здесь бар. Я говорил вам, чтобы алкоголь не доставали. Проблемы, а не мои. Это проблемы ваши и всего нашего общества. И согласен, и моя проблема. Слушай, сколько я тебя вижу. У тебя борода. Все кустисти и кустисти. Правда, правда. А я вас сколько не увижу, вы все пьянее и пьянее. Нет, отнюдь, к сожалению, нет. Да, вот сейчас в нетрезвом состоянии находитесь. Просто масса людей стоит в парке, и все в нетрезвом состоянии. Ну да, нормально, да? Мне норм здесь. А другим людям? А я не вижу здесь прохожих. Так вон мать идет с ребенком по парку. Не решилась идти через фонтан. А я выпиваю здесь. Я это вот... На камеры это с удовольствием скажу. Да, я здесь выпиваю. Стоят сотрудники полиции рядом, а человек говорит: я здесь с удовольствием выпиваю.